Я предлагаю уже практически 35 минут, 33 на моих часах. Я предлагаю потихоньку начать. Михаил Игоревич, может быть, вы пока запустите презентацию? Да, спасибо большое. Что ж, давайте приступим к нашей вечерней, так сказать, сессии, да? И первый доклад Михаил Игоревич Белишев «Импедансная томография рентгеновых поверхностей». Спасибо. Меня слышно нормально? Да, вас очень хорошо слышно. Ну, спасибо. Начнем, да. Ну вот, перво-наперво наши теплейшие поздравления из Питера Владимиру Гавриловичу. Вот, пожелания здоровья, творческого долголетия, всего самого хорошего, чтобы в семье все было нормально. Ну вот Владимир Гаврилович, Спасибо, Миша, спасибо. хотя у меня с ним-то по возрасту не такой уж большой разрыв, но я его вот определенно отношу к поколению учителей. Вот это один из зачинателей, патриархов теории динамических обратных задач. Вот, ну и, в общем, Владимир Гаврилович, будьте здоровы, нам на радость, и работайте, дай Бог, побольше и Спасибо подольше. большое. Ну, вот так. Ну, теперь, значит, к делу. Вот, значит, задача электроимпедансной томографии рентгеновых поверхностей. Ну, план такой. Сначала постановка задачи, ну и вот объяснение, что это за такое алгебраический подход. Потом второй пункт – это характеризация данных этой задачи. И третий, последний пункт – это устойчивость реконструкции, устойчивость определения. Ну, начнем. Значит, ну, сначала по поводу постановки на таком физическом уровне. Значит, вот имеется токопроводящая какая-то поверхность, оболочка. Краю оболочки прикладывается потенциал. Потенциал наводит, вот этот приложенный потенциал наводит потенциал внутри. И при этом вот возникает, ну, приложили, там пошли токи, все устаканилось, картина стационарная, при этом вот какие-то токи через границу проходят. Значит, имеется наблюдатель, который все это проделывает, вот он оперирует на границе и вот имеет возможность задавать входящий вот этот ток, входящее напряжение, потенциал, и мерить выходящий ток. Значит, задача наблюдателя – установить вот эту картинку, выяснить, как устроена вот эта оболочка. Ну, теперь формализация. Значит, имеется гладкое двумерное Риммановое многообразие, Риммановая поверхность. Ну, кстати говоря, вот попозже не обязательно и ориентируемая. Может быть, что-то вроде листа Мёбиуса. Значит, на ней есть вот метрика, это Риммановое многообразие, на нем метрика G. Есть вот оператор Бельтрами-Лапласа. Ну и вот постановка, значит, найти гармоническую функцию U, такую, принимающую на границе вот заданное значение. Вот этой задачей, это прямая задача, задана F, задана оболочка, найти U. Значит, решение UF от X – это вот наведенный внутри оболочки потенциал. Это вот прямая задача. Но этой задаче сопоставляется оператор, который традиционно обозначается лямбда, который вот формализует измерение на границе, это вот ток, идущий через границу. И называется он вот Дирихлет-Нейман оператор, в общем, по-разному называется. Вот. Ну, вот такая задача. Значит, наблюдатель прозванивает токами, просвечивает токами вот эту оболочку и хочет узнать, как эта оболочка устроена. Ну, теперь вот комментарии к этой задаче, которые вот приведут к точной постановке. Вот если у нас имеются две оболочки, вот они, синенькая, голубенькая и зелененькая, и если у них общий край, и они дифеоморфные,
И кроме того, этот дифеоморфизм, вот он тождественен на границе. И ежели вот метрики на штрихованной и нештрихованной поверхности связаны вот через конформный дифеоморфизм, вот таким вот образом, ну, конформный эквивалентный, по-простому говоря, если вот этот множитель весовой конформной эквивалентности обращается в единицу на границе, то тогда вот этот, так сказать, медицинский факт, тогда два этих многообразия, у них операторы Дирихлет-Нейманна, вот они совпадут, вот эти лямбды просто совпадут. Это, кстати говоря, специфика именно двумерного случая. Вот. Ну вот, после этого наблюдения надо как-то с учетом вот этой неоднозначности, что разные оболочки могут давать один и тот же, одни и те же наблюдения, один и тот же оператор, с учетом этой неоднозначности надо как-то вот корректно формализовать постановку обратной задачи. Ну вот сейчас мы это проделываем. Ну вот еще раз, значит, физическая постановка просто задан лямбда, надо восстановить вот эту оболочку МЖ. Ну вот было показано, вот Ласс-Ульман 2001 год и попозже я, что если у этих оболочек одинаковый Дирихлет-Нейман, оператор вот этот, то есть они неразличимы для внешнего наблюдателя, то тогда вот эти оболочки обязательно конформно эквивалентные. Поэтому, ну и вот возникает отношение эквивалентности. Оболочки эквивалентны, если они дают одинаковые наблюдения. Ну и вот адекватная постановка, четкая формализация вот обратной задачи звучит, вот в свете вот этих замечаний звучит так. По заданному лямбда надо построить вот какой-то канонический представитель вот этого класса эквивалентности, вот, который вот дает те же наблюдения, что и оригинал, вот этот, оболочка М. Ну, после того, как вот эта формализация состоялась, следующий вот естественный вопрос. Значит, мы... Вот если оболочка оригинал голубая, а мы хотим вот что-то зеленое построить, так вот из чего этот канонический представитель, из чего этот канонический представитель можно вообще построить? Ну вот существо алгебраического подхода заключается в том, что вот он дает такой ответ, что вот оказывается, поэтому дальше последуют детали, но вот наперед. Значит, оказывается, что по вот этому оператору лямбда надо построить некоторую коммутативную алгебру, взять ее спектр, со спектром еще немножко поработать, оснастить его там комплексной структурой, метрикой там, и так далее, и так далее. И в результате вот этого построения, из этого спектра вот и мы и сделаем вот эту вот зелененькую оболочку, которая, ну, хороша тем, что она вот для наблюдателя реагирует на вот внешние воздействия так же, как и оригинал. И в этом смысле вот обратная задача будет решена. Вот. Ну вот коротко про существо вот этого алгебраического подхода. Подходу уже 20 лет. Но вот за последние там, года три вот, подключились молодые силы в лице моего соавтора Димы Корикова. Вот, подключились очень продуктивно. И вот имеются некоторые новые результаты, которые вот, как раз относятся к характеризации данных и устойчивости восстановления. Вот про них доклад, собственно говоря, и будет. Ну, сначала коротко про алгебраический подход. Значит, по минимуму, какие алгебры здесь в ходу участвуют? Коммутативные банаховые алгебры. Что это такое? Ну, это комплексное банаховое пространство, на котором есть умножение, вот линейное по каждому аргументу и вот удовлетворяющее условие Кашей.
Вот такое, да, ну еще коммутативное. Вот АБ равно бы умножение коммутативное. Ну и предполагается, что есть единица в этой алгебре, которая вот при умножении на любой элемент, вот элемент оставляет на месте. У такой алгебры есть то, что называется гельфандовым спектром, спектром этой алгебры. Что это такое? Это вот множество линейных функционалов, то есть это отображение из алгебры, так, тут написано в CN, непонятно почему, N не считается, значит, отображение из алгебры А вот в комплексное С, и вот этот линейный функционал, он обладает дополнительным свойством мультипликативности, вот таким. Ну и вот множество таких функционалов обозначается вот так, и называется спектром этой алгебры. Этот спектр оснащен вот канонической слабой топологией, потому что эти функционалы, они проживают в сопряженном пространстве, в этом сопряженном пространстве есть каноническая слабая топология, и таким образом вот и спектр оказывается топологичным пространством, снабженным вот этой самой топологией. Есть еще преобразование Гельфанда, которое элементы алгебры переводит в непрерывные функции на спектре. Действует оно вот по такому очень симпатичному и простому правилу. Значит, элемент алгебры переводится в функцию, которая принимает свои значения вот на мультипликативных функционалах вот по такому правилу. Вот. Теперь основной фигурант вот этого подхода – это алгебра голоморфных функций на Риммановой поверхности. Ну, пусть сначала вот M ориентируемо, вот каким-то вот этим самым фи, который поворот такой вот в каждом комплексном пространстве на пи пополам. Значит, алгебра голоморфных функций – это алгебра комплексно-значной функции, ну, которая вот непрерывна внутри, а на самом деле и гладкие внутри. И градиенты их связаны вот этим самым поворотом. Но это вот в инвариантной форме то, что называется условиями Каши-Риммана. Ну, кстати говоря, если функция голоморфна, то ее вещественные мнимые части гармоничные внутри М. Ну и вот важный факт, на котором держится весь алгебраический подход, заключается в том, что если это коммутативная Банахова алгебра по всем статьям, в ней есть вот этот самый Гельфандов спектр. Так вот, принципиальный факт, который эксплуатируется в этом подходе, заключается в том, что вот этот самый спектр, который вот топологическое пространство, он гомеоморфен самому M. Вот. И ежели мы доберемся до этого спектра, то само M мы, конечно, не получим, но вот его копию, за которую борьба-то и идет в обратной задаче, его копию вот мы получим. Ну вот эта картинка еще раз вводит в ситуацию. Значит, есть вот поверхность, на ней алгебра голоморфных функций, а вот в сопряженном пространстве к этой алгебре есть единичная сфера, и на ней есть мультипликативный функционал. Так вот эти мультипликативные функционалы, вот это красненькое, это в аккурат искомый кандидат вот канонический представитель вот этих класса эквивалентности. И ну вот мы будем гнуть к тому, что как вот этот вот представитель по данным обратной задачи определить, найти. Ну вот, первый ход такой. Мы рассматриваем алгебру следов. Каждая гладкая голоморфная функция, они имеют след на вот этой границе гамма. И образует алгебру, а само вот это отображение, задаваемое следом, ну оно в чем заключается? Вот просто берется функция голоморфная внутри и рассматривается ее след на границе. Сами эти следы образуют под алгебру, комплексная алгебра непрерывной функции на границе. А вот. Ну и кроме того, вот сработает вот такой факт, что, да, я забыл сказать, сейчас,
Вот эта алгебра следов, она автоматически, она снаружи, она доступна внешнему наблюдателю, как выяснится. Но она изометрически изоморфна алгебре голоморфных функций. Голоморфные функции живут внутри, и наблюдатель их не видит. Но вот по принципу максимума модуля аналитических функций, вот эта алгебра следов оказывается изометрической копией, изоморфной изометрической копией вот этой невидимой нам алгебры, которая внутри. Поэтому, вот если я каким-то образом возьму в руки алгебру вот этих следов и найду ее спектр, этот спектр оказывается гомеоморфным вот спектру алгебры, которая внутри, а этот, как было сказано, гомеоморфен М. Таким образом, вот если вот как-то мы умудримся вот этот спектр откуда-то извлечь, то гомеоморфная копия нашей оболочки окажется в нашем распоряжении. Ну, вот как это делается. Значит, сначала проводится характеризация следов гармоничных, вот этих аналитических функций, голоморфных функций на границе. Оказывается, что некоторая функция, заданная на границе, является следом голоморфной функции на вот этой оболочке, тогда и только тогда, когда вот ее производные, ну, предполагается гладкость, конечно, когда ее производные вдоль границы, ну, доступные наблюдателю, входит в ядро некоторого оператора. И при этом вот вещественные мнимые части оказываются связанными через вот этот оператор H. Михаил Игоревич, мы вас не слышим. Это интегрирование вдоль. Сейчас включим. Ой. Так. Сейчас, это что? Видимо, какие-то немножко Так, навыки. сейчас. Да, надо здесь. Ну. Так, едем дальше, да? Ну, поехали. Михаил Игоревич, поставьте, Так, пожалуйста, ну еще раз хорошо. Так демонстрацию вот, экрана. после того, как характеризация. Спасибо. Что-что? Так, можно продолжать-то? Так. Да, пожалуйста. Ага. Ну вот после того, как характеризация следов проведена через оператор лямбда, это означает, что внешний наблюдатель эту характеризацию может использовать и отобрать вот следы, составляющие вот эту алгебру. После этого возникает возможность восстановить вот этого самого представителя, канонического представителя оболочки вот по такой схеме. Значит, берем, я внешний наблюдатель, в моем распоряжении вот этот оператор лямбда. Я быстренько из него делаю преобразование Гильберта, а потом, пользуясь характеризацией следов в терминах вот этого преобразования, я составляю алгебру следов голоморфных функций на границе. Это все вот Все это я проделываю, не выходя из границы, не выходя, не залезая внутрь, туда нельзя. Значит, ну и вот в моем распоряжении оказывается вот эта алгебра. Но если алгебра есть, я нахожу ее Гельфандов спектр. Вот он. Но этот Гельфандов спектр, это некоторое, вот я ее воспринимаю как некоторую оболочку, которая гомеоморфна, понимаю. В моем распоряжении оказывается вот некоторая гомеоморфная копия оригинала. Ну, а на больше и рассчитывать нельзя, потому что много есть разных оболочек, имеющих один и тот же дирихлетный оператор.
Но это еще не все. Значит, это, в конце концов, М это что? М-штрих это что? Вот М-штрих, который мы добыли, это некоторое подмножество, вот как было тут нарисовано в сопряженном пространстве, и надо с ним еще немножко поработать. Пока это просто топологическое пространство какое-то. Значит, надо с ним еще немножко поработать, вот, снабдить его комплексной структурой, ввести метрику, отождествить край вот с краем оригинала, но это все можно отнести вот, так сказать, к техническим деталям. А существо дела, вот это восстановление, построение искомой копии оболочки по лямбда, вот оно вот через вот, вот по этой схеме проводится. Ну вот, и построенное многообразие, вот оно и решает обратную задачу. Теперь следующий вопрос традиционный в обратных задачах такой. Вот, предположим, внешний наблюдатель там оперирует на границе, и вот, понятное дело, если взять какой-то оператор лямбда, действующий просто в гладких функциях на границе, то никаких шансов, что он окажется чьим-то дирихлетовым. Описать необходимые достаточные условия разрешимости обратной задачи, то есть как-то охарактеризовать вот эти операторы лямбда так, чтобы вот эта характеризация гарантировала, что оператор лямбда действительно является чьим-то Дирихлет-Нейман оператором какой-то вот оболочки. Но это делается, это вот уже наша совместная деятельность вот с Димой Кориковым. Вот, ну и вот она характеризация, так крупными мазками. Значит, предположим, что вот у нас имеется кривая дифеоморфная вот окружности просто и некоторый оператор, действующий в гладких функциях. Вот вводится некоторый по оператору лямбда вводится некоторый вспомогательный оператор. Он тут описан. Вот он действует на гладкие функции, комплексно значимые гладкие функции на границе. Вот подействовал. Ну и вот еще один вспомогательный оператор. Сама характеризация выглядит довольно затейливо. Но тем не менее, каждый шаг ее, он доступен внешнему наблюдателю, он может пошагово проверять вот условия, которые формулируются. Значит, для того, чтобы оператор лямбда был бы чьим-то Дирихлет-Нейман оператором как какой-то поверхности, необходимо и достаточно, чтобы вот были бы выполнены условия. Условий 7 штук, они довольно затейливые, но значит, существо дела здесь в следующем. Во-первых, один принципиальный момент – это то, что ядро вот этого введенного оператора, оно должно образовывать алгебру. Алгебру под алгебру комплексно-значимых функций. Ну, дальше там слово за слово, вот мы находим спектр этой алгебры, и вот на этом спектре должна возникнуть комплексная структура. Так вот, эта комплексная структура возникает благодаря классическому результату Бишопа О5. Там, это, по-моему, 50-е годы прошлого века, насчет существования комплексной структуры на спектре Банаховой алгебры. Ну, здесь еще вот некоторые тожества тоже объявляются в качестве необходимых и достаточных условий, в числе необходимых и достаточных условий. Эти тожества, вот они отвечают тому, что на вот этой оболочке должен работать обобщенный принцип аргумента для голоморфных функций. В общем, таким вот образом набирается 7 штук условий. Последнее условие, вот там некоторое топологическое сращивание должно происходить. Если на этой оболочке есть ручки, то там вот возможно ветвление голоморфных, вот этих голоморфных функций. Ну и вот чтобы этих ветвлений избежать, вот там нужны некоторые дополнительные условия типа тождеств. Что вот, значит, это вот последнее условие, которое в этой характеризации употребляется. Ну, в сухом остатке что?
найдены необходимые достаточно условия для того, чтобы оператор лямбда на кривой гамма был бы Дирихлет-Нейман оператором некоторой ориентируемой Риммановой поверхности. Вот. Следующий вопрос, тоже такой классический в обратных задачах, это стабильность восстановления, устойчивость восстановления. Значит, ну вот, качественно он формулируется так. Пусть имеются две оболочки с общим краем, ну и вот еще надо, чтобы они имели одинаковую эйлеровую характеристику, чтобы топология была одинаковая. И пусть вот у этих оболочек близкие Дирихлет-Нейман. Спрашивается, будут ли близки сами оболочки в каком-то смысле. И если будут, то в каком? Ну вот, тоже на это получим ответ, даже, можно сказать, два ответа. Значит, один ответ в терминах Хоусдорфовых, в терминах расстояния Хоусдорфа. Значит, что здесь делается? Ну вот, используется такой факт, что поскольку вот следы голоморфной функции характеризуются через оператор лямбда, то эти следы для штрихованной и нештрихованной поверхности можно сравнивать и убеждаться, что вот эти следы, если близки операторы лямбда и лямбда штрих, эти следы, они тоже оказываются близкими. Что затем? Затем, ну вот, доказывается соответствующая лемма. Затем из близости следов извлекается, ну, в некотором смысле, близость алгебр, которая пока еще не доведена до какого-то конкретного расстояния. Близки следы, значит, оказывается, что и близки вот эти алгебры, которые же внутри. Они наблюдателю невидимы, но он точно знает, что они в каком-то разумном смысле близки, потому что близки следы этих алгебр на границе. Дальше используется, вот как все-таки свести вот эти две поверхности с близкими операторами, свести, чтобы померить между ними расстояние. Вот надо их и ту голоморфными функциями отобразить в CN. Теперь уже в CN это, так сказать, все это станет совершенно конкретным, двумя конкретными поверхностями, между которыми можно измерять Хоусдорфово расстояние. И так вот, главный результат заключается в следующем, что ежели вот имеется поверхность M и какое-то фиксированное отображение в какое-то CN, вот голоморфное отображение, E, голоморфное, значит, осуществляемое голоморфными функциями, вот функциями вот этих алгебр. И ежели вот имеется какое-то голоморфное отображение, то тогда вот это построенное близкое отображение, оно будет давать поверхность CN, которая по Хоусдорфу просто близко, такую, что эти поверхности по Хоусдорфу будут вот близки друг к другу. В этом смысле вот получена вот такая устойчивость, что отображение, если близкие операторы Дирихлет-Нейман, то вот эта картинка будет давать близкие поверхности в CN. Это некоторая непрерывность отображения, восстановления поверхности по оператору Дирихлет. И, наконец, вот тот же вопрос, но вот как было выяснено, в более естественных терминах. Поскольку по лямбда восстанавливается не сам оригинал, вот этот M, а его классы конформной эквивалентности, то вот спрашивается, нет ли в этих классах эквивалентности какого-то естественной близости. Ну, есть. Вот это вот так называется, классы эквивалентности, конформной эквивалентности образуют пространство Техмюллера, а в пространстве Техмюллера есть расстояние. Ну вот, времени на то, чтобы объяснить, что это такое, к сожалению, не остается,
Ну вот есть расстояние между классами, вот, между вот этими классами конформной эквивалентности, есть натуральное расстояние, вот расстояние Тейх-Мюллера. Так вот, главный результат, связанный вот с этими изысканиями, он такой, что вот если у нас лямбда штрих близок к лямбда, если два оператора вот эти вот близки, ну, причем близость это вот в естественных нормах, в соболевских нормах, в соболевских операторных нормах, вот t это вот расстояние. Так вот, если это t стремится к нулю, то расстояние между оригиналом и вот этим вот m-штрих, оно тоже стремится к нулю. Уже вот в естественных, вот в смысле вот этого расстояния Тейх-Мюллера, которое самое натуральное для описания вот этой вот устойчивости. Вот. Но есть еще результаты. Например, вот можно устанавливать неориентируемые поверхности, поверхности с дырками. Можно обсуждать вот случаи, когда на поверхностях разные топологии. Он, кстати говоря, оказывается довольно патологическим. Ну и кроме того, последнее достижение Дмитрия Владимировича заключается в том, что вот это самое Тейх-Мюллерское расстояние полученные оценки. Раньше была только вот непрерывность, вот это, значит, полученные оценки этого расстояния через близость операторов. Причем оценки замечательные, они вот просто липшицами там получаются. Вот это Дима сделал совсем недавно, пока это еще только вот в препринте существует. Но сам факт вот этот, того, что такие оценки получаются хорошие, его можно отнести насчет того, что найдено адекватное расстояние вот между вот этими объектами, подлежащими восстановлению. Это вот ровно пространство Тейх-Мюллера. Ну вот это последний, самый свежий результат. Значит, вот имеется список работ по этому поводу. Да, я вот забыл помянуть Хенкин Мишель. Значит, когда я говорил о характеризации, первая характеризация была получена вот Геннадием Марковичем Хенкиным и его учеником Винсентом Мишелем. Но эта характеризация, вот Дирихлет-Нейманов, там дается в терминах, жутких терминах многомерного комплексного анализа с необходимостью решать какие-то нелинейные там уравнения. В общем, наша характеризация, возьму на себя смелость сказать, она проще и в этом смысле лучше. Ну, вот и все. Да, конец доклада. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Михаил Игоревич. Пожалуйста, какие будут вопросы? Так, может быть, вопросы есть у наших слушателей в Zoom? Ну, наверное, все понятно. Скорее, многое непонятного, конечно. Но интересно. Все-таки действительно очень разнообразное отображение получается. То есть по одному и тому же оператору вы находите много поверхностей, но тем не менее какую-то меру близости можно определить. Да, вот по образцу. Есть какой-то, я так понимаю, что есть какой-то стандартный образец, из которого можно получать все многообразие поверхностей. И вот эти стандартные образцы, они близки в этом смысле, да? Или не совсем. Но я бы так сказал, Владимир Григорьевич, там вот с самого начала вот эти две поверхности, которые дают один и тот же оператор, они просто римного многообразия, они нигде не живут, они ни в R3 не помещены, они просто есть, и у них общий край. Но для того, чтобы их сравнить, их нужно куда-то вот перегнать, то ли в CN, и там уже сравнивать по расстоянию, то ли вот в пространство Тейх-Мюллера. И там сравнивают по расстоянию, там уже расстояния появляются. Так вот, ровно вот это здесь и делается. И в ситуации, когда про эти оболочки, кроме того, что они есть и у них близкие Дирихлет-Нейман, ничего не сказано,
у меня такое подозрение, что умнее и проще ничего не придумать. Приходится крутить с отображениями. Ну, такие дела. Понятно. То есть фиксируются две оболочки сразу. Так, ну, все. Спасибо за внимание еще раз. Большое спасибо еще раз, Михаил Ильич. Следующий доклад Кирилл Сергеевич Кузнецов. Оптимальное управление движением вязкого теплопроводного газа при помощи нейронных сетей. Сейчас запустим. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Собственно говоря, я Кузнецов Кирилл Сергеевич, сотрудник Дальневосточного федерального университета, Института прикладной математики ДВОРАН. Мой соавтор, докладчик, это Ломас Лена Владимировна. Значит, доклад посвящен оптимальному управлению движения газового водородного газа при помощи нейронных сетей. Соответственно, рассматривается система уравнения Мейер-Стокса, то есть это уравнение движения, уравнение непрерывности, которая выполняется уравнением теплопроводности. Поскольку среда у нас газ, сжимаемая, то плотность, в общем-то, у нас также является неизвестным, как и скорость, как и температура. Значит, система у нас рассматривается в одномерном случае и удовлетворяет начальные граничные условия. То есть на плотность, скорость, температуру одно начальное условие, на скорость температуры два граничных, то есть условия Дирихлета в начале границы, на левой и правой границе. И, соответственно, на плотность у нас только одно условие на левой границе. Поскольку у нас плотность считается неизвестной, система является сильно нелинейной, как бы, у нас есть нелинейность для производной по скорости и еще много нелинейности. Значит, соответственно, поскольку у нас газовая динамика, коэффициенты при вторых производных принимают малое значение, всего этого у нас появляется нулевое значение к решению, что также добавляет форму. Вот, система была предусмотрена, поскольку это необходимое условие для применения нейронных сетей, которые я расскажу чуть позже. Ну, соответственно, выписаны у нас безразмерные коэффициенты, и как что Ренольдса, составляет то петля. Вот, ну и, соответственно, начальное конечное условие тоже безразмерено. А вот, у нас, соответственно, будут происходить управления скоростью в начальный момент времени и на правой границе. И, соответственно, у нас функционал квадратичный, который мы будем минимизировать, осуществляя управление, будет представлять собой сумму двух слагаемых. Значит, второе три слагаемое – это функционал, который ограничивает как раз-таки начальную скорость и скорость на правой границе, чтобы она не уходила на бесконечность. И, соответственно, первый функционал, он осуществляет управление одной из трех неизвестных функций. То есть это у нас может быть управление скоростью заданной функции УД, это управление плотностью заданной функции УД и управление температурой заданной функции ТД. А, соответственно, можно еще придумать управление производными всех этих функций при необходимости. Это тоже разумно. Значит, для решения использовался относительно новый алгоритм, Physics and Form Neural Networks, скрещенный PNN. Значит, в 2017 году был опубликован препринт, в 2019 году у авторов вышла публикация в журнале «Действительно физики». Соответственно, суть метода заключается в том, что мы оптимируем или приближаем наши неизвестные функции при помощи нейронных сетей. Значит, у нас осуществляется обучение нейронных сетей путем минимизации код функционала. Поэтому если мы говорим, что у нас минимизируется невязка в точке коллокации области решения, а также разница между прогнозируемым значением и граничными начальными условиями, если все это дело минимизируется, получается достаточно низкая ошибка, то мы говорим, что мы нашли определенное решение нашей системы. Здесь предполагаемых R большой оценка R малая, это, соответственно, программа для мягких уравнений в области.
Соответственно, R индексом V и R индексом I – это у нас слагаемые для нынешней, для начальной структуры. То есть движение нашей системы у нас в основном будет иметь вид вот такой вот суммы. То есть R индексом R мало – это краски невязка, которая представляет собой краски вычисленные невязки в точках коллокации для всех трех уравнений. Зеленых квадратов, суммированные, разделенные на общее число точек локации и умноженные на какой-то свой коэффициент. Также у нас есть, соответственно, ограниченные условия для скорости, начальные условия для скорости, ограниченные условия на плотность, начальные условия на плотность и также ограниченные начальные условия на температуру. Значит, опять же, невязка у нас приведена. Здесь у нас U с ключичкой, R с ключичкой и это с ключичкой, это как-то аппроксимация уравнений сетями. А вид их будет задан чуть далее. Ну, то есть мы просто из левой части вышли вправо наше уравнение, таким образом получили мясо. Значит, опять же, слагаемые для ограниченных начальных условий, это просто квадрат разницы между соответственно известными и заданными значениями и аппроксимацией. То есть левое и правое условие на скорость, начальное условие на скорость, левое условие на плотность, значит, начальное условие на плотность, и также левое и правое условие на температуру, и, соответственно, на начальное условие тоже на температуру. Вот, все это дело суммируется, таким образом решается прямая задача. Вот. А для того, чтобы перейти к решению обратной задачи, мы вычеркиваем у нас, значит, слагаемые для скорость на правой границе и в начале время времени. То есть это то, чем мы будем управлять. И, соответственно, вписываем также слагаемые нашего функционала. То есть это у нас разница квадратичная между неизвестной и данной функцией. То есть, там, допустим, для скорости это квадрат разницы u минус u d. И, соответственно, ограничение на управляемые величины. Соответственно, таким образом, легкими движениями руки мы превратили напрямую задачу в обратную. Вот. И для того, чтобы решить обратную задачу, мы ее сначала минимизировали. Значит, у нас используется нейронная сеть такой архитектуры на входе. Это у нас пространственные временные характеристики, в данном случае одномерная область, поэтому у нас его XT. Значит, три скрытых слоя, ну, как правило, используют гигиенические тангенсы, значит, у нас нефтовая функция свиш, это у нас некоторая модификация логистической функции в сигмоиде. Значит, обучение на вас подразумевает, что мы находим матрицу весов, которая полностью аппроксимирует зависимость между данными. Сколько у каждой известной функции своя зависимость от данных процессно-режимных характеристик, мы будем использовать для аппроксимации каждой неизвестной одно нейронные сети. Значит, архитектура сети, она для всех трех аппроксимаций одна и та же, но веса, которые отражают зависимость между входными данными и исходным значением, они будут у нас разные. Значит, лиги функций можно представить следующим образом. И опять же, гидрический тангенс, это функция гидрического тангенса, и свиш, это, соответственно, модификация той самой сигмоиды. Значит, для того, чтобы прийти к уравнению, мы генерируем точки коллокации. У нас пространство XT, мы его воспринимаем как двумерную область. Соответственно, значит, по сетке Q у нас X, по сетке ординат T, мы в этой области XT генерируем точки для коллокации. И, соответственно, в начальном времени и на левой-правой границах у нас также генерируется начальная граничная условия. То есть сетка у нас 100 на 100, то есть шапка пространства временной у нас 0,1 будет, а на границах в начале просто 200 точек генерируется. Но стоит отметить, что это у нас обучающая выборка для задачи с большой вязкостью. А у нас значит, газовая динамика, коэффициенты приводных малые, поэтому у нас возникают, опять же, сингулярные возмущения в решении. Наши задачи, как правило, возникают на опять же, границах нашей области. Соответственно, я могу сказать, сложно аппроксимировать непосредственно эти наши сингулярности. Поэтому мы сначала отступаем небольшой промежуток от границ,
еще раз проиллюстрирую эту тему, мы как бы добавляем точки, а в итоге у нас формируется переходный слой, и как бы по мере добавления точек у нас сердце равномерно, поэтому на конечное текстовое решение это не повлияет. Но позволяет сильно ускорить, если вообще сделать внутрь, и не создать, что сделать возможным решение подобных задач. Значит, стоит отметить, что вообще эта выборка генерируется изначально, далее просто по условию ее выбирают точки. То есть значит, это не добавляет дополнительной нагрузки на защитную систему. Соответственно, если у нас решается система с большим числом кругаля, то есть это при большом времени процесса, если начальные условия заданы системы как бы физическими, у нас может возникнуть скачок в начальный момент, а после чего как бы система придет в стандартный вид. Значит, соответственно, в том случае у нас мы отступаем не только от границ, но и также от начальной точки. Но он позволяет еще и скачок в начале. Вот. Значит, ну, несколько чисто экспериментов. Первое, это мы будем управлять, значит, нашей плотностью. Соответственно, функционал, опять же, включая себя программа для управления плотностью, все остальное, как я уже рассказывал. Значит, параметры, они вполне себе физичные все, то есть скорость здесь на пять секунд, температура 400 Кельвина, референсная плотность 1 кг на метр кубический. Значит, коэффициенты по проводности 2,6 на 10 минус 2, значит, вязкость 1 на 10 минус 5, то есть очень малая, ну, не прям очень, но достаточно малая. Значит, у нас пространство 100 метров и время 600 секунд, то есть 10 минут. Соответственно, ну, сдаются начальные граничные условия в вот, виде, то есть это размеренные уже. И, соответственно, мы задаем функцию, которая будет приближать нашу плотность. То есть мы задаем функцию, которая не противоречит начальным граничным условиям в данном случае. Ну и также некоторые параметры, опять же, наши эксперименты, то есть 100-30-60, а у 13 теплее это порядка 10-8, то есть они очень завидны. Значит, ну и в метрической системе вещи, которые, опять же, можно посмотреть, они вполне себе физичные. Получается. А вот. Ну, соответственно, как бы вот справа было видно, что у нас в начальном времени пришел скачок перед 15 секунд, после чего как бы движение да, заодно остановилось, и после чего как бы вот продолжается в таком позиционном режиме. Значит, ну, функции вот, начальное значение скорости и скорости направленной границы, они вот выставлены. Значит, считаем, что качество решения у нас оптимальное, которое достигает значение функционала практически на 10 на 4. Для того, чтобы дать это значение, мы действительно в тех случаях, когда можно сравнить с качественным решением, но оно обладает достаточно высокую степень соответствия точному решению. А на время решения, ну, порядка 2 часов, ну, вот, где примерно такое будет. Вот это мы рассмотрели, значит, что для относительно большого времени, а теперь можно рассмотреть задачку для малого времени, то есть порядка 1 секунды. Значит, опять же, все начальные вещи условия, они довольно физичные, то есть у нас, опять же, функция для плотности удовлетворяет начальным вещи условиям, которые мы минимизируем, и поэтому, значит, вполне корректно получается. Вот, так как время малое, изменения функции довольно большие, то есть формируются более явные, опять же, переходные слои для скорости, это красная у нас, и для температуры это синенькая. И видно, что, в принципе, значит, плотность у нас, она соответствует заданной функции, то есть они тут совпадают, но в среднем времени чуть не сходятся. Значит, это ну, достаточно степени максимальности. Как мы считаем. Вот это мы управляем плотностью, теперь будем управлять значит, скоростью. Опять же, функционально соединяется тут однопадальное уже на управление скоростью. С чего, опять же, задается задачка, значит, в прошлом эксперименте, в двух экспериментах у нас были параметры воздуха, а здесь у нас параметры углекислого газа. То есть тоже достаточно мало вязкости, как мы здесь пятый, тоже мало коэффициентов плотности. Значит,
Ну и также движется начальные граничные условия. То есть у нас входит свободная до левой границы, поэтому нам надо задать функцию, которая будет удовлетворяла только этому условию. Соответственно, опять же, методических детей приведено, чтобы было видно, что условия они вполне приличные. Значит, теплее и ревнуть тоже порядка 10 седьмой, то есть достаточно большие значения. Ну и как видно, что тоже формируется переходная стойка скорости в начале процесса, после чего значит, у нас потихоньку начинает ну, почти восстановительное время меняться начинает вспомогаемо. То есть тут уже перешаг был по времени, а вообще даже процесс учал. Значит, теперь опять то же самое, только уже при малом времени, то есть при времени порядка 1 секунды. Тоже дается вечная территория, тоже цифричная, тоже теперь видность порядка 10 седьмой. Значит, и получаем следующую картину. То есть, опять же, к заданной функции минимизируем скорость. Вот она у нас меняется соответственно этой функции, а начисляя температуру, у нас происходит скачок. Ну и, соответственно, плотность тоже отмыться соответствует этому скачку. Вот это как бы изменение в рамках одной секунды. Вот. Ну и для температуры как бы, значит, меняется функционал. Тут вот уже оформлялось было ночью, поэтому тут ошибочки будут небольшие, сокращения будут. Значит, опять же, даем функцию, которая будет минимизировать значит, температуру, она тоже должна будет влиять, значит, соответственно, начальным вечным условием. Тоже увлекительный данный у нас. Значит, пепелили 0,58 и 59. Тоже очень большие величины. Ну и, соответственно, получаем такое вот решение интересное. Тут вот на эту линию пунктирную смотреть не надо, это не то предупреждение. Интересная значит, задача, потому что у нас как бы температура в области, она, во-первых, неизменная, но она вниз меняется. Появляется два таких переходных слоя на левой и на правой границах. Соответственно, и скорость тоже появляется у нас скачок на левой границе, и видно, что в принципе у нас плотность старается соответствовать этим сочетанием. Вот. Так, ну, соответственно, можно, опять же, как я сказал, управлять еще и производными функцией скорости, температуры, плотности. Вот, и это вполне выгодно. Значит, преимущество метода, опять же, мы можем решать задачи оптимального управления, без как бы, каких-то там, систем оптимальности и прочего. Мы можем, опять же, решать внедрение систем без линеаризации, решать, например, ученые задачи, переходными слоями. Значит, когда мы получили решение, мы можем сохранить модель, там она весит 5 мегабайт, может быть, может произвести решение в любой пространственной точке в любой момент времени, когда он хочется. Вот. И, соответственно, мы как бы решаем на довольно такой крупной сетке, то есть не лечим, всего чего у нас не возникает таких невероятных затрат вычислительной мощности и памяти, всего чего все эти эксперименты, они считаются на ноутбуке, помню, на кластере, и как бы время расчета такое большое получается. Вот, но, соответственно, тут есть недостатки. Первый это как бы вопрос открытый. Можно ли использовать различный функционал, формироваться в качестве решений? Вот этот вопрос, на него как бы никто еще не дал ответ. И используется ли как бы следующий вопрос, тоже открытый, о выпуске этого функционала. Вот, ну, второй значит, момент это то, что необходимо подбирать, где параметры применяемости для каждой единой задачи. Вот. Но опять же, это что это как обучение, это архитектура нейронной сети, но через наполненность машинного обучения можно полностью выбрать эти параметры. Без, значит, чтобы не помощи. Вот. Так. Ну и, соответственно, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы? Так.
Ну, у меня пока что есть вопрос. А вот сравнение с методами, то есть существуют ли методы решения вот этой задачи, которые именно архитектуру нейронных сетей вообще не используют, а более-менее классические, то есть насколько с ними сравнение проводилось или планируется проводить? Вот, значит, ну, мы не смогли другими методами решить прямую задачу. Вот, поскольку мы писали собственный решатель метод коллокации, но в силу того, что задача сильно нелинейная, потому что там плотность, а не константа, как бы у нас не сошлось решение для решателя. Вот, то есть, ну, и если мы не смогли решить прямую задачу, понятно, что и обратно там все еще намного сложнее. Вот, примерно в случае, когда мы перейдем, примерно в следующем году, там мы уже вот веками решим дверную задачку и проведем сравнение. Но, соответственно, возникает вопрос по поводу обратной задачи, ну, как бы, он вполне открыт. Возможно ли вообще решить другим методом, классическим? Ой, Понятно. мы пока не знаем. Хорошо, тогда у меня еще вопрос, опять же, ну, вот в похожей стилистике. Значит, я насколько понимаю, вот, PIN-архитектура, да, это именно один из подклассов нейронных сетей. Вот, и опять же, я, может быть, не до конца понял, то есть обусловлен выбор именно вот этого класса архитектуры здесь чем-либо, и то есть можно ли сказать, что, допустим, то есть, не знаю, взять, опять же, ну, вроде бы как имеет смысл эксперимент, скажем, взять какую-нибудь сеть, которая произвольной архитектуры, взять пин, посмотреть, что вот он реально работает лучше. То есть именно мотивация, она как-то, на задача, мотивация использовать именно этот класс сети, она с задачей как-то связана. Так, ну, значит, у нас PNN сводится к тому, что мы максимируем решение, по сути, значит, подбирая, опять же, матрицу весов, то есть подбирая вот эти константы. А если мы будем использовать обычную полносвязанную сеть, то нам, соответственно, необходимо знать, ну, какие-то уже, ну, известные решения в каких-то точках, чтобы аппроксимировать это решение. То есть, если мы не имеем уже заранее точного результата или экспериментальных данных, мы уже не можем использовать другие сети. И последний тогда у меня еще тоже вопрос. Вот я, если правильно понял, что вы под каждую из компонент, которую вы считаете, да, вы делали свою, получается, сеть со своим набором параметров. Но ведь, если я правильно понимаю, все вот эти три функции, они являются решением одной и той же системы. Вот. А вот это свойство как-то нельзя использовать для, не знаю, может быть, улучшения эффективности метода и так далее. Просто получается, что у вас есть какая-то информация, которую вы, в общем и целом, как бы, используете, и можно ли вообще это как-то подключить для решения? Вы даже вопрос детально исследовали, вот что выяснили, что мы используем три нейронные сети малой архитектуры. Если мы использовали одну сеть для прогнозирования трех функций, у нее была бы просто больше архитектуры, соответственно, ее использование не давало бы значительные преимущества. Но при этом смешивалась бы зависимость между разными функциями от начальных характеристик, и качество аппроксимации было бы хуже. И второй момент – это то, что в задачах с сингулярными возмущениями, то есть с переходными слоями, вот это смешивание зависимости, оно может привести к неправильной аппроксимации. То есть решение будет сходиться, в общем-то, для корректной постановки задачи вообще к другому решению. То есть мы это исследовали на замене задачи других, но, соответственно, как бы мы решили выводы, что в сингулярных задачах вообще нельзя использовать подобную, значит, аппроксимацию, то есть одной сетью несколько переменных, потому что это может привести к неправильным результатам, а вы этого даже можете не понять. Интересно. Большое спасибо. Так, Спасибо вам. есть еще какие-то вопросы? Что ж, если вопросов больше нет, давайте поблагодарим Леонида Ильича. Следующий доклад Сергей Игоревич Марков об определении тензора коэффициентов абсолютной проницаемости анизотропных коллекторов при использовании результатов прямого и обратного математического моделирования. Сергей Игоревич, вот я его не вижу в зале. То есть, может быть, в Zoom он есть? Давайте посмотрим. Сергей Игоревич, вы нас слышите? Если вы на трансляции, ответьте, пожалуйста. Мы хотели бы услышать ваш доклад.
Что ж, я не знаю, я предлагаю тогда пока, может быть, перейти дальше. Дальше у нас следующий доклад Юлии Эдуардовны Спивак. Численное решение обратной связи дизайна устройств маскировки для 3D-модели магнитостатики. Юлия Эдуардовна, вы готовы сейчас выступить? Да, здравствуйте, вы меня слышите? Здравствуйте, слышим вас, да. Давайте тогда послушаем ваш доклад. Угу, хорошо, сейчас я подключу презентацию. Так, видно, да, все? Да, все видно, хорошо. Добрый день, уважаемые участники и организаторы конференции. Большое спасибо за возможность выступить, представить свой доклад на вашей юбилейной конференции. Тема моего доклада – численное решение обратных задач дизайна устройств маскировки для трехмерной модели магнитостатики. Начну я с краткого введения. Последние годы отмечается достаточно высокий интерес к разработке эффективных методов и подходов для проектирования устройств, обеспечивающих невидимость объектов для волн и полей различной природы, таких как электромагнитные, акустические, статические, тепловые, электрические, магнитные и так далее. Первые результаты в области именно электромагнитной маскировки были получены зарубежными исследователями Пендри и Хард. В 2006 году они публиковали две основополагающие статьи в одном и том же номере журнала Science и представили такой метод, как под названием Transformation Optics. И вот дальше, в 2008 году и в последующих, этот метод стал активно применяться в том числе и для решения задач магнитной маскировки. Математическое моделирование магнитных маскировочных и защитных оболочек является актуальным, связано с большим количеством возможных и важных приложений, некоторые из них представлены на данном слайде. Это, например, и область биомедицины, где проектируются магниточувствительные устройства, устройства МРТ, МРС, также устройства беспроводной передачи энергии, беспроводной передачи данных. Это различные металлодетекторы и другие. Так, перейду непосредственно геометрии задачи. В классической постановке область омега имеет вид сферического слоя. Будем называть ее магнитной маскировочной оболочкой. Указанная оболочка дискретизируется на конечное число слоев одинаковой ширины. И каждый слой заполнен в общем случае анизотропной средой, описываемым диагональным тензором магнитной проницаемости. Области омега-0 и омега-е бесконечность будем называть, соответственно, внутренность и внешность относительно слоя омега, и они заполнены однородными изотропными средами с постоянной магнитной проницаемостью μ0. Также на рисунке справа введен слой BR, радиуса R большое, который содержит внутри себя и оболочку, разбитую на слои, и область омега-0, внутренность. Мы предполагаем, что внешние источники магнитного поля сосредоточены вне этого круга, а внутри него создают приложенное магнитное поле, которое мы обозначаем через HR. Так вот, наличие такой оболочки во внешне приложенном магнитном поле приводит к появлению так называемого дополнительного, еще его называют рассеянного поля ФС в области омега, а также полей ФМТ в области омега-МТ и поля ФИ-0 во внутренности омега-0. Все эти поля являются решением, записанным на данном слайде, задачи сопряжения. В случае, когда внешнее магнитное поле является постоянным, то с помощью метода Фурье и соответствующих условий сопряжения можно записать решение поставленной задачи в виде указанных на слайде формул 4 для всех полей во всех рассматриваемых областях. Как мы видим, в этих формулах полей есть неизвестные коэффициенты, которые обозначены через А0, АМ, Т, БМ, Т и БМ плюс первое. Они определяются с условием непрерывности смежных полей ФМТ и ФМ плюс первое на их общей границе РМТ.
и образовывают систему из 2m плюс 2 линейных алгебраических уравнений. В этой системе мы видим, есть степенной коэффициент, который обозначен через ню n, его формула вот на предыдущем слайде записана. Это коэффициент обозначает коэффициент анизотропии среды в каждом слое. Кроме того, кроме системы 5, в дальнейшем мы будем использовать более простую систему, когда все коэффициенты степены ню m равны единице. То есть каждый слой будет заполнен уже не анизотропной, а однородной изотропной средой. Напомню, что задача маскировки относится к классу обратных задач, и в связи с этим на слайде сформулировано важное определение. Обратную задачу нахождения вектора магнитной проницаемости M в среде, заполняющей оболочку омега, мы называем задачей полной маскировки, если выполняются оба условия, записанные на слайде под номером 6. Они означают, что поле φ0 в области омега-0 должно быть постоянным, а возмущение внешнеприложенного магнитного поля, которое мы обозначаем через φs, в области омега плюс 1 должно быть равно нулю. Если выполняется только первое условие, тогда мы говорим о решении задачи экранирования. Если только второе, то говорим о задаче внешней маскировки. Для решения поставленных обратных задач мы применяем оптимизационный метод, посредством которого заменяем соответствующие обратные задачи экстремальными. Для этого мы вводим множество управлений k, определяем функционалы качества, записанные под номером 7, которые описывают среднеквадратичную ошибку выполнения введенных на предыдущем слайде условий маскировки, и формулируем экстремальные задачи 8 и 9, которые, соответственно, отвечают задаче экранирования и задаче полной маскировки. Значение введенных функционалов в физическом плане связано с эффективностью проектируемой оболочки. То есть чем меньше значение функционала качества, тем выше эффективность спроектированной оболочки. Отсюда следует, что экстремальная задача направлена на поиск оптимального вектора магнитной проницаемости, для которого функционал качества будет принимать минимальное значение на выбранном множестве управлений. И, следовательно, соответствующая ему оболочка будет обладать наивысшим эффектом на данном множестве управлений. Я бы хотела отметить, что значение функционалов качества определяются через интегралы, которые в такой постановке задачи вычисляются аналитически точно, и это существенно упрощает численное решение данной задачи. Для численного решения поставленных экстремальных задач мы используем метод глобальной оптимизации, метод роя частиц. Его алгоритм представлен на слайде, он достаточно просто реализуется, но, как показала практика, является достаточно эффективным для поставленной нами задачи. Стандартная оптимизация роя частиц была предложена в 1995 году и основана на поведении роя, например, стаи птиц или стаи рыб в поиске пищи. В стандартном методе роя частиц частицы взаимодействуют, перемещаются в пространство допустимых решений. Каждая частица движется с двумя составляющими – детерминированной и стохастической. То есть каждая частица притягивается к текущему глобальному лучшему положению и своему собственному лучшему положению в истории поиска. И в то же время она имеет тенденцию двигаться случайным образом. Таким образом, для частицы с вектором положения μ-жита и скоростью v-жита ее новая скорость и местоположение обновляются по формулам 10 и 11. Таким образом, метод роя частиц называют двухэтапным алгоритмом обновления. В литературе известно не менее двух десятков вариантов этого метода. Они образовались за счет незначительных вариаций параметров внутри этого алгоритма, добавления, например, инерции или гибридизации с другими алгоритмами. Так вот, одной из улучшенных версий является хаотический ускоренный метод оптимизации роя частиц, предложенный в 2013 году.
Существуют также и другие достаточно новые и улучшенные варианты методов оптимизации, например, метод мозгового штурма, предложенный в 2011 году, или метод опыления цветка. Эффективность этих методов в литературе доказана выше метода аэрочастиц, но они существенно уступают в простоте реализации алгоритма. Поэтому ученые и исследователи чаще всего останавливаются именно на стандартном методе аэрочастиц, поэтому и мы его тоже выбрали. Далее на слайде приведены основные начальные данные, необходимые для работы алгоритма. Ширина оболочки выбрана размером 1,5 см. Области омега и омега-е заполнены изотропными средами с магнитной проницаемостью единица, которая отвечает нескольким природным доступным средам, таким как дерево, воздух, алюминий и некоторые другие. Ширины слоев оболочки выбраны равными, то есть они одинаковы. В простейшем случае, когда маскировочная оболочка состоит из двух слоев, то известно точное решение обратной задачи маскировки. Это будет пара магнитных проницаемостей. Мю первое в первом слое равное нулю, и мю второе, которое определяется по простой формуле 13 через радиусы оболочки. Впервые информация об этом точном решении была получена, приведена в статье зарубежных исследователей Гомери и Санчес в 2012 году. И наш первый численный эксперимент служит для оценки точности и эффективности разработанного алгоритма. То есть мы решаем двухпараметрическую задачу маскировки методом роя частиц. Полученные результаты записываем в таблицу 1 и далее сравниваем их с вычисленным точным решением, записанным вверху слайда. Анализ таблицы показывает, что с уменьшением нижней границы множества управлений получено оптимальное решение задачи полной маскировки, стремится к вычисленному точному. При этом значение функционала качества, как видно в последнем столбце, постепенно уменьшается от 10-1 до 10-12, где последний отвечает достаточно высокой маскировочной эффективности двухслойной оболочки. Как раз этот тест подтвердил высокую точность разработанного нами алгоритма. Далее, используя последнюю пару значений из последней строки таблицы, мы можем построить линию уровня магнитного поля для двухслойной оболочки, которая демонстрирует высокую эффективность спроектированного двухслойного устройства маскировки в том смысле, что мы здесь наглядно можем наблюдать, как выполняются оба условия маскировки, внешнее поле не возмущено, а внутреннее постоянно. Таким образом, можно заключить, что высокая эффективность проектированной обесслоенной оболочки достигается как раз за счет очень малого значения проницаемости первого слоя μ1У, и разработанный алгоритм является эффективным для решения рассматриваемых обратных задач. Следующие два теста позволяют проверить с помощью метода роя частиц такой известный физический факт, что область кольца, заполненная однородной анизотропной средой с высоким коэффициентом анизотропии, обладает высоким и маскировочным, и экранирующим эффектом. Результаты для сдачи экранирования представлены в таблице 2, для сдачи маскировки в таблице 3 получен очень интересный результат для обеих задач. Оптимальные значения магнитных проницаемостей, найденные методом роя частиц, совпадают в каждом слое при любом количестве слоев, то есть они все заполнены одной и той же анизотропной средой. Поэтому все значения функционала, естественно, не меняются с ростом m, но важно отметить, что они уменьшаются, если увеличивать коэффициент анизотропии. Здесь мы взяли среднее значение коэффициента анизотропии, он равен 44,22, и при этом значение функционала получилось достаточно малым, порядка 10-10. Но все же у такой, пусть и высокоэффективной анизотропной оболочки, есть главный недостаток – это невозможность ее технической реализации в виде высокой анизотропии. Для того, чтобы избавиться от этого недостатка, в следующих двух тестах мы рассмотрели полностью
изотропные многослойные оболочки, которые отвечают доступным природным или инженерным материалам. Нижнюю границу множества управления мы выбрали 45 десятитысячных, что соответствует доступному инженерному метаматериалу. Это одно из минимальных значений из доступных средств, мы смогли найти в литературе. Значение верхней границы множества управления выбрано равным 70, что магнитопроницаемость отвечает кобальту. И далее решалась задача экранирования методом роя частиц таблицы 4 и задача маскировки таблица 5. Получили основной такой важный результат, что в задаче экранирования оптимальные значения с нечетными индексами совпадают с верхней границей множества управлений, а оптимальные значения остальных параметров с четными индексами совпадают с нижней границей множества управлений. Такая ситуация отвечает так называемому свойству релейности оптимального решения, иногда ее называют свойством бэнк-бэнк оптимального решения. Эту схему, записанную под номером 14 на слайде, мы называем схемой чередующегося дизайна второго типа. Если бы чередование началось с нижней границы множества, тогда бы говорили первого типа. И для задачи полной маскировки аналогичную схему мы называем схемой почти чередующего дизайна, она записана под номером 15. Здесь используется слово «почти», так как чередование оптимальных проницаемостей выполняется для всех управлений, кроме последнего. Последнее принимает некоторое промежуточное значение из выбранного множества управлений. Это свойство было очень необычно для данной задачи, но оно существенно может упростить решение подобных задач, то есть задачу экранирования достаточно подставить нижнюю и верхнюю границу множества управлений, а в задаче маскировки можно искать только последнее управление, то есть однопараметрическую задачу решать. На следующем слайде представлена итеративная минимизация функционала качества G для разных значений количества слоев 4, 8, 12 и 16. Указанные графики демонстрируют высокую эффективность разработанного алгоритма, быструю скорость поиска оптимального решения. Также мы можем видеть, что чем больше слоев, тем длительнее работает наша программа. Далее в качестве примера приводится визуализация полей. Слева представлен линии уровня однослойной анизотропной оболочки с невысоким коэффициентом анизотропии. Здесь как раз мы видим, что экранизация слабая, внутренняя область не защищена, туда проходит поле. А вот если взять оболочку справа, она состоит всего лишь из 4 слоев. Видимо, у нас опять небольшие технические неполадки. Я надеюсь, что Юлия Эдуардовна сейчас подключится снова, потому что, ну, было интересно узнать, чем кончится. У меня вопрос, Юля, я хотел задать. Я надеюсь, что... Юлия Эдуардовна, вы нас слышите? Да, Юля. Так. Так, ну, я предлагаю поступить следующим образом. Думаю, что мы давайте... У нас есть небольшой запас. Может быть, мы подождем буквально 1-2 минуты. Может быть, этого времени хватит, чтобы докладчик смог преодолеть свои технические неполадки и вернуться к нам. И если вот примерно сейчас минуту подождем, если ничего не произойдет, мы, наверное, тогда двинемся дальше. Потому что... Ну, я, правда, даже не знаю,
как потом дать вот то, что там осталось три слайда и баланс. Да. Странно, вроде так. Хорошо шло, может там тайфун какой-то на Дальнем Востоке. Не знаю. Что ж, ладно, я предлагаю поблагодарить докладчика за очень интересный доклад. Да, но у меня осталось чувство недосказанности, да? Так, Никита Сергеевич, можно сказать пару слов? Да, конечно, Геннадий Алексеевич. Это Алексей Геннадий Валентинович. Сейчас мне Юля позвонила. Оказалось, что у нее отключили интернет. Ну, просто иногда бывает так, отключают интернет, телевидение, да. И она никак не может сейчас просто войти, значит, сама, закончить доклад. Она просит извинения. Понятно. Жаль, потому что вот я не знаю, как у остальных слушателей. Мне было интересно уточнить несколько моментов. Да, Геннадий Валентинович, а может вы прокомментируете как-нибудь вот работу? У меня был вопрос следующий. Да, пожалуйста, вопросы мне можно задавать, конечно, я могу прокомментировать. Какой у вас был вопрос, Никита Сергеевич? Мне вот заинтересовало вот это, значит, эффект, когда получается в анизотропном случае, да, все оптимальные решения соответствуют тому, что все свои одинаковые. Вот. И у меня вопрос, а этот эффект он возникает именно для 16, то есть если изменять количество слоев в оболочке, этот эффект продолжает сохраняться? Если да, а если нет, то в какой момент он возникает и когда прекращается? Следовался ли этот? Да, я понял ваш вопрос, да. Ну вот до количества слоев до 16, Юлия считала эту задачу. До этого числа слоев эффект сохраняется, и у нас есть мнение, что этот эффект сохраняется, вообще говоря, и для большего количества слоев. Конечно, хотелось бы это доказать чисто математически, да, не численным счетом, но вот у нас пока не получается, вот, но мы к этому стремимся. Я ответил на ваш вопрос? Да, вы ответили, а вот хотел тогда еще уточнить. А вот там был первый пример, где было аналитическое решение. Там была двуслойная оболочка, первая из которых получается, по-моему, почти нулевое. То есть там вот видите, они получаются два слоя разных. Вот. И эта разница обусловлена тем, что там изотропные случаи, а вот здесь анизотропные, да? Да, значит, этот пример опубликован в журнале Science. Ну, он такой как бы простой, но считался очень важным. И в чем основная проблема? Основная проблема в том, что там одна компонента равна нулю, ну, а это означает, магнитопроницаемость равна нулю, нереализуемо, это решение нереализуемо. Поэтому, естественно, приходится искать другие решения, реализуемые, но этот пример, поскольку это точное решение, он позволяет проверять точность и эффективность алгоритма. И то, что Юля рассказывала, это была проверка точности алгоритма. Вот сегодня выступал Лукоянов, я, к сожалению, забыл его имя, отчество. Он как раз вот об этом говорил, что считается двойной точностью, тройной, четвертной точностью. Юля считала с двойной точностью и показывала, что 10 цифр, полученных у нее, и точное решение совпадает. Ну, это нам позволило сделать вывод, что, наверное, наш алгоритм точный и эффективный. Понял. Большое спасибо, Геннадий Валентинович. И вам спасибо, извините, пожалуйста, да. Вот Юля достала с телефона. Юлия, ну, я не знаю, вам с телефона удастся, может быть, закончить презентацию? Да, спасибо. Я не могу подключиться с компьютера, у меня проблемы с интернетом. Могу только пару слов сказать в заключение. Ну, пожалуйста, мы слушаем вас. Угу. Да, я хотела бы сказать, что с помощью нашего разработанного алгоритма, вот Геннадий Ильич там уже за меня отвечал, нам все-таки удалось решить поставленные обратные задачи магнитной маскировки для трехмерной модели магнитостатики и успешно распространить данные результаты и на случай электрической маскировки, и в случае изотропных оболочек,
было установлено важное свойство оптимальных решений, это свойство релейности, которое существенно упрощает и техническую реализацию, и достижение высокой эффективности спроектированных устройств. И вот хотелось бы немножко про будущее исследование сказать, что перспективным является разработка алгоритмы решения рассматриваемых нами задач с помощью машинного обучения и нейронных сетей. И вот дальнейшее сравнение полученных результатов. Интересно посмотреть, получится ли данное свойство релейности с помощью машинного обучения. И также мы занимаемся исследованием оптимизации длин радиусов маскировочной оболочки и использование гиперболических материалов с отрицательными параметрами. Тоже сейчас активно исследуем. Ну, на этом все. Я благодарю всех за внимание. Извините, пожалуйста, что меня выкинуло. Да. Большое спасибо, Юлия. Есть вопрос возник? Пожалуйста. Да, конечно. Спасибо, пожалуйста, за доклад. Вопрос вот по последнему. Значит, комментарий, который вы сказали, вот, значит, насколько я поняла, вы очень успешно решаете ваши задачи в трехмерном случае, используя метатроя, вот, но, тем не менее, вы хотите перейти, значит, решать эти задачи с помощью машинного обучения. А с чем это связано? То есть, если там... Да, спасибо за вопрос. Конечно, это связано с мировой тенденцией, когда все сейчас активно используют машинное обучение нейронной сети и говорят о том, что для решения, ну, может быть, каких-то частных задач они приносят большую эффективность. Естественно, нам просто интересно посмотреть, будет ли это решение эффективнее, лучше того, что получаем мы, и сравнить. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Еще раз большое спасибо, Юля. Что ж, давайте переходить к, ну, видимо, заключительному докладу сегодняшней сессии. Джайн Джибин, да. Метод регуляризации в разложении Халевского на вычислителях с малоразрядной сеткой. Я сейчас запущу. Всем привет. Я сегодня я хочу рассказать по теме метода регуляризации уравнений Халевского на вычислении через малоразрядную сетку. То есть, когда мы вычитаем Халевский, разрядение не на double precision, а на single и на half, можно еще ниже. Там можно дочитать и обеспечить, соответственно, можно дочитать до конца. Сейчас, секунду. Постановка задания. Если мы рассмотрим самые характеристики многоактивные модели беспроводной связи. Вот, я не математик, а как инженер беспроводной связи. У нас, если y равняется a x плюс b, p, у нас если p, у нас y, это наш сигнал, который мы принимаем. А это как матрица коэффициента, то есть наш канал. А x это наш вектор, который нам нужно оценить. А P это там включает все noise, обычно помеха и первая гауссовая сумма. Самые характеристики и линейные решения это через Фридмана. Через Фридмана мы можем его получить. Вот это наш табло.
Это RPP, это которые не могут дать свои какие-то пометки. Как мы здесь нужно сначала оценить наш RPP, то есть это наш оценить корреляционную матрицу уже шума и помеха. В принципе, мы всегда представляем себе, что мы знаем здесь опять шума. И здесь нужно оценить помеха. Ну и да, у нас ограничение точности расчета, значит, висетление inverse RPP будет, наша прибавится много ошибок округления. Поэтому нам нужно технологии, диагональная загрузка, чтобы обеспечить, что резкий можно читать с этой конце, это с точки зрения расчета. А суть другой, это как влияет наша диагональная загрузка на performance, производительный комплекс. Значение нашей диагональной загрузки. Допустим, у нас RPP не идеальное. Его нужно оценить через несколько точек отпоров. Но из-за у нас ограниченной точности вычисления, у нас самая корреляционная матрица может быть отвечать на определенные. Ну, это в математике не может, ну, на висении это вообще бывает, что не бывает. Например, вот наш пример. Мы если читаем его на символ причисления, читается RPP на один набранной точности, то есть 2 пит, тогда все это как полезные, неотрицательные матрицы. А мы если читаем на половину и точно 13 видов, тогда у нас самая матрица будет отрицательная вчера. Еще у нас диагональная загрузка. Например, да, у нас выходная матрица RPP является параллельной определенной. Мы можем считать его срезки. Почему срезки? Хочу напомнить. Если у нас матрица симметричная, тогда, чтобы считать inverse, срезки – это самая эффективная матрица, самая дешевая матрица. И за у нас конечный номер матрица – цифра обслуживаемости, а матрица может быть очень большой, и в процессе вычисления разрешения средства мы можем не считать до конца, то есть на диагонали будет получать корень из ноли. Это означает, что у нас средство не совершается. Для средства ему нужно все диагонали, давно вычислительное число. И поэтому нам еще нужно диагональная матрица, то есть как защищать его. Еще последнее, это с точки зрения производительности. То есть у нас RPP там включается помех и перешума. Ну и за распределение морочного посуда у нас матрица не идеальный путь. Если у нас, когда у нас точка выборка не бесконечно большой, тогда если это идеальное объект, тогда у нас сопло чистое, да, она равняется дисперсии шума. Но у нас не идеальное. У нас поэтому его будет распределяется по такой распределению, и мы можем смотреть, если у нас размер антенны равно 100, а точка выборка равна 200, тогда у нас минимальная
субочисто more пищи чести раньше, менее чем у точной теме. Для этого у нас АПП, inverse АПП неправильно. Вот, хочу рассказать с точки зрения обеспечения, защиты. То есть обычная, как арифметика, с провающей запятой, мы там поставили такое определенное значение, ошибка. Вот это зависит от нашего мантиса и нашей модели округления. Мы здесь предполагаем, что самые популярные модели округления, то есть мы округлились до определяющего числа, тогда его ошибка будет равняться 2 усилий минус p, p нашего мантиса. Тогда по теореме нам можно получить, что мы можем получить скорее произведение, максимальная ошибка скорее произведения равняется гамма умножить на абсолютную величину А матрицы. У нас матрица умножения можно различить несколько скорее произведений. Вот, поэтому мы начинаем. И как его мы можем защищать его? У нас АБП, если мы добавим какой-то анализ загрузка, у нас первый АБП, как точное значение, идеальное значение, его само себя должно пересчитывать определенным. Поэтому мы можем обеспечить это АБП 6 плюс дельта, Ипсилон. Он упорит на петроне, тогда у нас Ипсилон больше, чем гамма умножить на n. NR это наш размер АБП. И эта величина очень большой, то есть нетерпимая. Поэтому мы вносили другой вариант. Анализ ошибок округления. То есть вероятность материи. Если мы только требуем наши ошибок округления, наша дельта, только независимая, и его материя не равна ноду, то есть, в принципе, самые слабые требования. Тогда у нас гамма, если вы помните, здесь гамма был здесь гамма был NRU. U это наш зависит от мантиса NRU. Если мы получили, что гамма может быть корень из N, это мы нам много раз сокращили. Если что нам дали ло. Что это ло? Ло это обеспечит на какой вероятности наша ошибка меньше это наша гамма на абсолютно А. Если мы смотрим, если наша ло равно 4, то есть в принципе всегда у нас должна быть меньше это величина, которую мы гамма на А. И это апфонт, лопонт, очень высокая, они должны еще меньше. Мы сейчас работаем с ними, чтобы он еще не остался. И если y равняется корень из n, и потом на размер ABP. Еще Халецкий, еще с точки зрения Халецкий, мы доказали, что если у нас y, если у нас диагональная загрузка больше это гамма ложится на единица минус гамма n плюс, тогда этот советский всегда должна досчитать до конца. И если вы видите, что эта величина меньше, чем вот это,
Поэтому нам этот уровень нужно это. Еще распределение Марченко по структуре. Если как, мы только рассказали, что если у нас точка выборка не бесконечно большой, тогда у нас максимальная, минимальная инквивалентность будет очень сильно отклоняется от точного значения. Например, если у нас отношение размера АББ на точке выборка, количество точек выборка на тельке равняется тельке на тесте, тогда минимальная ламбда будет в 100 раз, да, 100 раз меньше, чем у точного значения. А у нас всегда не нужно само АББ, АББ, а нам нужно ее инверс. Если когда мы делаем инверс, это будет 380 раз отвечается от точного значения. Поэтому надо как-то обеспечить его. Мы писали target load function, и получается, вот, самый традиционный мы получили, поэтому можно равнять поле и 16 на c плюс 1. Такое уравнение. И я делал симуляцию, и это точно самая оптимальная величина. Вот. Физрение эксперимент. Здесь включает только PET, то есть только у нас самое здесь имеется PET, как мы применяем. Если мы видим, что если PET равно 0,4, 0,042, это такое обзмание мы по уравнению, он MSE будет ниже, немного ниже, чем 0,6, который я, ну, в сути, сам поставил. Это здесь вообще не очень видно. Если мы поставим его на реальную систему, он не будет отличаться 0,5 dB. Это, в принципе, 5% увеличения. Ну, если за это маленькая штука, мы ничего не тратим, 5% мне хватит, нам хватит за это. А если мы эпсилон поменять, эпсилон очень много влияет, особенно когда у нас помех, очень сильно помех. Здесь вы тоже видите, что чем ниже эпсилон, чем МС будет ниже. Потому что, ну, здесь эпсилон только для обеспечения срезки и наши АББ положительно определенные. Конечно, у него тарно, чем ниже, чем лучше. И все. Вопрос. Большое спасибо. Во-первых. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы? Да, пожалуйста. Могли бы вы прокомментировать вашу ошибку в зависимости от размерности? Размерность и размер у нас есть количество точек, самореход, да? И еще размер нашей антенны. Да. Подскажите, пожалуйста, все-таки еще раз, вы, конечно, говорили про то, почему вы именно ориентируетесь на разложение Халецкого, но я, во-первых, пропустил, то есть вам нужно решать тему один раз, так? Нет. То есть вам именно обратная матрица, да? Да, два раза. Нам обратная матрица нужна, и почему мы, если, в принципе, Ленина используется? Потому что нам нужно решать это уравнение на наносную. И отвечаете на подстанции или раутера на микросекунду. Если вы не отвечаете, это время. Если раутер считает, что мы не получили информацию, он передал еще раз по этой. Потому что вот я не знаю, вы сегодня с утра был такой. Да, я слышу, я слышал. Да, у него и тонны, да, у него маты большие, и они, в принципе, не так важно время весь зрение. Ну, в любом случае, может быть, ну, в качестве такого комментария там имело бы смысл с ним пообщаться. Да, можно ли вот эту идеологию учета применить здесь, может быть, что-то как-то поможет. Ну, конечно, комментарий. Да, спасибо.
Пожалуйста, еще вопросы? Ну что ж, если вопросов больше нет, тогда давайте еще раз поблагодарим докладчика и поблагодарим всех, выступавших сегодня за интересные доклады. Также благодарим всех слушателей, особенно тех, кто был с нами до самого конца. И ждем всех завтра, так, по-моему, в 9 утра у нас, да. В 9 утра состоится лекция кандидата Тупо Одиновича Искакова. До встречи завтра. Всем спасибо. Мы завершаем трансляцию.